перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Рвется ебало. Запасайтесь подорожником, скотчем, пластырем. Я хуй знает, чем вы обычно ебло заклеиваете. Запасайтесь. Потому что буквально через пару часиков ебало полетит. Будем ломать интернет. Собственно, будем ставить рекорд по репостам. Готовьтесь. Чего? А, вот, да. Как бы вот. Я сегодня решил провести последнюю трансляцию. Ну, как последнюю. Давайте назовем ее крайней. Если у кого какие вопросы есть, я готов ответить сейчас. Потому что в будущем... Это, наверное, сегодня последний раз, когда мы с вами вообще, блядь, общаемся. Эх. Завтра не будет меня. Меня такого, какой я есть сейчас. Я немножко вам недорассказал. Сегодня выходит альбом, а завтра я закрываю канал. Вот. Поэтому, фу, и стрясусь. Поэтому вот так, такие дела. Сегодняшний день, не только сегодняшний день будет интересен вам, завтра тоже. Сегодня выйдет альбом, который рвет ваше ебло вот так вот. Допустим, вот ваше ебало. Вот разделите его мысленно на 4 части, вдоль и поперек. И вот так кусочки полетят вот так, когда вы его услышите. А завтра, завтра закрываем проект. Такие дела. Более того, маленький инсайт. Вот такой инсайт. Вот эта цепочка, которая меж тем стоит 250 тысяч рублей ебаных. Четверть миллиона. Ее буду разыгрывать за репост альбома из группы ВК. Поэтому не тупите. Йоу. Как бы рэп. Вот. Но если серьезно, без шуток, да, вот эту цепочку разыгрываем сегодня. Более того, я поеду лично ее одевать победителю. То есть, кто победит, я к тому поеду лично. Вот так вот возьму себя, одену на вашу шейку и скажу: братан, ну или сестрица, это теперь твое. Так что будьте готовы. 2 часа. Треков в альбоме 13. Все, давайте, я готов отвечать на интересующие вас вопросы. Фу. О, Эдвард Билл. Привет. Прикольные у тебя видосы, мне нравятся. Надеюсь, когда-нибудь лично увидимся. Я думаю, да. Ну что ж. Давайте немножко подведем итоги. 10 тысяч сейчас онлайн. Это довольно хороший показатель. Вообще, в принципе, весь интернет... Ну давай, фокус, фокус, где фокус? Ладно. В общем, весь интернет сегодня мой. Мой альбом сегодня будет везде. Завтра кончина проекта Моргенштерн. Это тоже будет везде. Самое, что интересное, попрошу вас заметить. Вот этот вот весь, как вы любите говорить, хайп, не построен на других людях. В этот раз. Он лишь вокруг меня.
И он побольше, чем когда был вокруг других людей. Такие дела. Города. Города. Тур. Городов дохуя. Я доеду до каждого и лично порву ебало. Ну, не в смысле драться, нет, я против насилия. Музыкой. Вот ты сейчас смотришь мою трансляцию, да, братан? Ну, или женщина. Не знаю, что у тебя там хуй или вагина. Совсем скоро будет тур. Я приеду в твой город. Ты пойдешь ко мне на концерт, и ебало твое разлетится. Извини, я просто предупреждаю. Я надеюсь, СНГ мы тоже доедем. Я очень хочу в Украине концерты, очень хочу в Беларуси концерты, везде хочу. Я надеюсь, мы доедем. Ой, знаете, сегодня очень важный день, который, возможно, перевернет мою жизнь в корне. И все это отчасти благодаря вам. Большое спасибо каждому. Это типа пиздец. Как бы кто там ни пиздел, что я не уважаю свою аудиторию, на-на-на. Те, кто действительно шарит, они знают. Знают, как я их люблю, блядь, твари. Просто понимаете, что мы с вами чуть больше, чем какое-то ебало и аудитория. Чуть больше, чем, типа, блядь, это, как это называется, нахуй. Медийное ебло и фанаты. Это все залупа. Даже не знаю, с чем сравнить. Я знаю, что вы со мной до конца. И вы знаете, что я с вами тоже. И это главное. Просто готовьтесь. Готовьтесь. Увидимся через пару часиков. До скорых.